Всем привет, уважаемые гости и подписчики моего канала Мегаджет Ревьюз. И сегодня у меня просто великолепнейшие новости для всех любителей смартфонов Redmi 4 Pro или Prime. Итак, ребята, хотите верьте, хотите нет, но появилась информация по поводу прошивки на наш девайс MIUI 10. Итак, вот появился пост, проскочил на официальном форуме MIUI. Вот, на английском, сейчас мы с вами посмотрим. И самое главное, смотрите ниже, вот, выделяю специально для всех. Это прошивка, ребят. Читаем, прошивка 8723 на Xiaomi Redmi 4 Pro. Видите? К сожалению, перейти по ней уже не удается, ее заблокировали. Вот, заблокировала компания Xiaomi. Но сам факт, что появилась китайская прошивка еженедельная, говорит уже о том, что и русская прошивка на Xiaomi Redmi 4 Pro будет наверняка. Какая она будет, глобальная или еженедельная, непонятно, но будет. Вот повод этой утечки можно, значит, установить, что идет тестирование. Android 6 стоит также, видите, да, то есть 7 не получаем, но по крайней мере MIUI 10 оболочка будет, а это уже говорит о многом, что хотя бы какое-то движение есть. Также косвенно можно подтвердить эту информацию, вот пролистывая, значит, форум 4PDA. Вот смотрите, что я нашел, значит, вот человек выложил. Ну, это, значит, кастомная прошивка, да, видите, на 7 андроиде. MIUI 10 8719. Вот. Но это еще не все. Так, где-то здесь еще я видел пост. Вот люди тут спрашивают то все. Так, а где же этот пост? Так, ребят, ну если найду, покажу. Если нет, значит, смысл. Пишут, что вышла прошивка. Идет тестирование на 4 Pro китайское. Вот, просите типа тестировщиков, чтоб слили, потому что на 4 Prime уже слили эту прошивку. Соответственно, видите, какая компания Xiaomi молчит, но какая-то информация появилась. Самое главное, утечка есть. Самое главное, есть ссылка. То есть, соответственно, если будет китайская версия, то наверняка появится русскоязычная версия этой прошивки. Вот такие вот великолепные новости у меня для вас, ребят. Поздравляю вот все те, кто уже отчаялись ждать. MIUI 10 будет. Но пока, видите, вот идет тестирование на 6 андроиде, к сожалению. На этом все. Кому понравилась новость, ставим пальцы вверх. Можете высказывать свои мнения под видео. И не забываем нажимать на колокол. Всем удачи, всем спасибо, пока-пока.